Для детей очень плохо, ну а для нас как бы взрослые могут приспособиться, быстро освоиться, а дети к такому не могут приспособиться в подземной жизни. Они хотят свободу, гулять хотят в домашних условиях, хотят свободы, свежего воздуха хотят, нормальную пищу хотят, просто соблюдать гигиену нормально. Ну, а нам, в принципе, взрослым терпимо, мы можем потерпеть. Ну как, мужчина может потерпеть, а вот девушкам, женщинам, то уже очень плохо. Ну тут, в принципе, поскольку по стоку есть где соблюдать гигиену. Мы все там сейчас учетно.